Беларусь укрепляет отношения с одной из самых авторитетных международных организаций в сфере ядерной безопасности. В эти дни с визитом в Беларуси находится гендиректор МАГАТЭ. Юкио Амано принял участие в открытии выставки «Атом-экспо». Также в программе посещение строительной площадки белорусской АЭС в Островце и Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации. Это уже второй визит Юкио Амано в Беларусь за последние 4 года. Он поможет оценить изменения, которые произошли в стране за это время в сфере ядерной энергетики. Как отметил накануне гендиректор организации, благодаря сотрудничеству Беларуси и МАГАТЭ, проект строительства белорусской АЭС становится более прозрачным, как в плане экономической выгоды, так и с точки зрения ядерной безопасности. Кроме того, ранее заявлялось, в Беларуси ожидают оценочные миссии международного агентства. МАГАТЭ создана в 1957 году для развития сотрудничества в области мирного использования атома. Штаб-квартира агентства находится в Вене. Беларусь – одна из стран-учредителей МАГАТЭ. Кроме того, она участвует во всех международных конвенциях, заключенных под эгидой организации. На стабильно высоком уровне проходят политические контакты. В прошлом году страна в третий раз избрана в Совет управляющих МАГАТЭ. Приоритеты взаимодействия между Беларусью и агентством – развитие национальной ядерной энергетической инфраструктуры, а также охрана здоровья, реабилитация районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.